Сегодня 1 октября, день музыки, Международный день музыки, день элегантного поколения старшего. И вообще прекрасный день, начало осени, октябрьский, чудесный, с дождиком. А я иду в Большой театр, с наслаждением буду смотреть оперу, любимую оперу «Травиата». С удовольствием принимаю все поздравления. Спасибо. И взаимно желаю всем добра и счастья. Чарующие звуки настраивающегося оркестра, полон портер, все ярости, все ложи вместе. И сейчас будет «Травиата». Моя любимая музыка, которую я знаю всю партитуру наизусть. Вот Верди. Еще раз полюбуемся люстрой. Хрустальной люстрой. И росписью потолка. Музыка.
буфет Большого театра. Все изысканно. И цены изысканные, и запахи, и ассортимент. Все здесь есть. И Мартель, и Хеннесси. Чудесно. А впереди меня ждет опера Травиата. Хеннесси и кусочек сумки. Ярусы Большого театра. Императорский театр. Лучший в России. Красивейшее здание. Роскошное оформление. И прекрасное качество постановок. Ой. Сердце стучит.